Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас на обзоре шоколадка Рот Фронт. Хорошая компания. Молочная с арахисом. Супер цена. И стоила она действительно где-то рублей 12. 10 или 12. Так, здесь у нас 80 грамм. И давайте посмотрим состав. Черным шрифтом на зеленом фоне. Ну, я думаю, в принципе, должно быть видно. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Вот, а мы с вами будем пробовать. Ну, состав, кстати, здесь самый обыкновенный. Три Е-добавки. Ну, три хотя бы. Три это не 5 и не 10. Ну, три еще больнее. Так, давайте ее откроем. Все шоколадки у нас стали уже так открываться. О, арахис у нее прям, смотрите, много. Прямо много-много. Так, с виду она похожа, как и здесь. В принципе, у нее такие узорчики сверху. То есть, в принципе, смотрите, она стоила вообще просто очень дешево. Ну, даже 15 рублей в нашем мире для шоколадки это очень дешево. И плюс еще сверху рисунок, то есть необычная плитка. Сверху рисунок. И плюс, смотрите, сколько орехов. Много орехов. Прям реально много. Вот для тех, кто сладкоежка, вернее, для тех, кто любит орехи, прям обожает просто вот орехи с шоколадом. Это вот шоколадка просто великолепная. Тут прям, не знаю, мне кажется, просто это находка. Давайте я вам поближе ее покажу. Так, сейчас она у меня убежит. Я думаю, она переливается немножечко. Тут видно. Сейчас я переверну. Смотрите, просто очень-очень много через камеру. Вот я сейчас смотрю, чуть-чуть не хватает. А чуть-чуть вот здесь не хватает, да, и немножечко вот тут вот свободные места. Но это просто мизер по сравнению с тем, что есть. Честно говоря, я от этой шоколадки вообще ничего не ожидала. Я думала, ну просто здесь нарисованные орехи, а на самом деле мне казалось будет, ну, добавить чуть-чуть там что-то перемолотого ореха там и все. А в итоге смотрите, какая она классная. Вот они. Орехов здесь просто очень много. Сейчас, наверное, после этого ролика все побегут покупать эту шоколадку. Продается, кстати, она в Перекрестке. И, соответственно, она была где-то в таком самом-самом углу, на самом верху лежала, где, в принципе, выше своего роста даже не смотришь и не заметишь. Я ее заметила чисто случайно. Подняла голову наверх и увидела ее там высоко, вдалеке. Допрыгнула, достала. Вот. Так, давайте ее попробуем. Так, давайте попробуем. А, ну, они вместе слепили, значит, так нужно. Попробуем эти две штучки. Я думаю, что они должны быть, наверное, вкусные, конечно. 15 рублей это будет какой-то... А, ну да, молочный арахис. Ну да, это будет молочный шоколад. А для меня, честно говоря, молочный шоколад это что-то такое просто какао, разбавленное молоком, затвердевшее. Для меня это так. Напишите свои комментарии об этом. Как вы считаете, что это для вас? Так, и давайте я пока буду пробовать. Очень много арахиса. Прям очень много. Он, кстати, очень довольно мягенький. Хорошо жуется, то есть не жесткий, как бывает. Мягенький такой. Шоколад. Честно, знаете, бывает иногда продаются коробки конфет. Такие дешевые, непонятно какого-то там производителя, непонятно где-то там взятого. И когда их пробуешь, там кажется, как будто шоколад какой-то странный, необыкновенный, какой-то он новый для тебя кажется. Ну, он сильно отличается, конечно, этот шоколад от обычного шоколада и от шоколада молочного, допустим, Милка, да, молочный. То есть у них все-таки чувствуется именно шоколад с молоком. То здесь есть какое-то ощущение, как на обзоре у меня какая-то была коробка конфет, вот она подходит по вкусу.
как будто же, как бы ты знаешь, когда кушаешь о том, что ты ешь шоколад, но, допустим, если бы закрыла глаза и мне дали попробовать, я бы подумала, что это орехи с каким-то вкусом непонятным, но не шоколад. Что что-то там, какой-то непонятный вкус цветка какого-то ароматного такого вот. Для меня это так вот кажется. Конечно, гораздо проще купить шоколадку «Бабаевская люкс» и просто ее растопить, наверное, для сладкоежка, вот именно которую орехи любят, и туда орехи побросать, она затвердеет и ее съесть. Чем, наверное, конечно, дешевая шоколадка. Конечно, и шоколад здесь дешевый, непонятно какой, непонятный вкус какой-то, подозрительный такой. Конечно, скорее всего, это не шоколад, это просто затвердевшее дешевое какао. Скорее всего, это так. Да. Короче, как-то вот так. Второй раз я что-то пробовать, честно говоря, не хочу. Я, в принципе, не люблю, кстати, шоколадки с орехами, но здесь прям очень-очень много орехов. Ну, сама по себе шоколадка, в принципе, такая необыкновенная, классная. Если вот так вот купить где-нибудь срочно, вы бежите на перекус какой-нибудь, я не знаю, или денег у вас нет, вам захотелось шоколада, но, честно говоря, не похоже на шоколад все равно. Ну, такая вкусная, необычная. Ну, стоит, да. Цена как раз ей подходит, 10 рублей. Какой-то такой у нас с вами получился обзор. Напишите свои комментарии, если вы пробовали, вернее, отзывы эту шоколадку. Мне будет интересно послушать ваше мнение. Ну, за такую цену лучше не найдешь шоколадку. Это еще более-менее. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также смотрите путешествия. Мы недавно путешествовали на теплоходе в Волгоград. Ездили в Саратов, вернее, плавали. Вот, обязательно посмотрите, они где-то это, в плейлисте путешествия. Также на моем канале есть живопись, фоны очень качественные, интересные. Обзоры на другие продукты из фикс-прайса, обычных также магазинов, светофора, победы, обзоры на технику, кольцевая лампа была недавно, обязательно посмотрите. Вот архитектура наша самарская. И много-много всего интересного вы найдете на моем канале. Мой канал называется Art Mania. Всех приглашаем. Мне будет приятно. И всем пока-пока.